Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. Начинаем с нашего сохранения. Так, ребята, и у нас новенькая следующая миссия. Храм Гросс называется. Мы наконец-то добрались до храма Гросс, и это не может не радовать. Грозовые маги помогут открыть портал в Валардур. Но мы должны защищать их, пока не готовят заклинания. Приближается что-то плохое. Люди нервничают. Да, и я уже начинаю нервничать, что опять мне там хотят плохого преподнести. Так, башня магов 4 уровня. Колдун проклинает врагов, нанося им урон и снижая их защиту. Все понятно. Так, ребята, смотрим, сколько у нас подходов. Подходов у нас один, но выходов врагов два. Плюс опять же тут у нас туннель. Думаю, что опять у нас вот здесь будет пятачок оборонительный. Поэтому приступим. Начнем с бомбарды. Здесь мы поставим, наверное, ополчение. Сюда влепим стрелков. А вот сюда магов. Вроде бы... Слушайте, подождите, наверное, нам стоит еще поставить вот здесь вот бомбарду. И вот эту вот прокачать. Как-то вот таким макаром. Знаете, что я сейчас понял? Свою большую ошибку. Если у нас здесь пойдет враг, то очень мало будет ему доставаться. В основном у меня как бы вот здесь идет защита. Ладно, давайте мы начнем играть, а там уже будет видно. На худой конец мы вот здесь вот с вами сделаем еще оборону. Так, что это у нас такое? Ничего. Так, поехали. Кто там у нас? Тролли бегут, да? Так, понятно, здесь тролли. Здесь у нас разбойники. Ну, я думаю, что с первыми волнами мы с вами как-нибудь разберемся. Без проблем. Сюда. А этих ребят надо вот сюда вот поближе. Будем, как всегда, копить с вами деньги и усилять башни. Ну, как я вам и говорил, в принципе, с первыми волнами мы проходим достаточно легко. Знаете, чего здесь не хватает? Ускорения. Чтобы в этой игре можно было ускорить ход прохождения, чтобы они быстрее двигались. Так, погоди, 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 куда это ты собрался? Эй, красавец. Ничего себе. Да что ж такое-то? Так, мага обязательно нужно нам прокачать. Так, погоди-ка. Дорогой ты мой, куда это? Нет! Фу, ты нафиг, успели. Давай, 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 колбась этого. Ну, о чем я вам и говорил, что плохо здесь у меня сделано было. За это я чуть не поплатился сердечком. От незадача. Так, опять у нас тролли идут. А с этой стороны пока еще никто. Вот, смотрите, из туннеля, оказывается, будут идти дополнительные войска. Это нежданчик для меня, по крайней мере. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну не забываем, что у меня есть заморозка, есть динамит, еще одна заморозка. Будем пытаться, как говорится, держать оборону до последнего. Ну, еще хотелось бы, конечно, посмотреть на нового мага. Кстати, ребят, я тут пошуршал, и у этой игры, оказывается, еще есть два продолжения. Kingdom Frontier и Kingdom Original. Так что я думаю, что мы тоже их с вами будем играть, ну, наверное, после того, как пройдем здесь хотя бы основную сюжетную линию. Так, идут, идут архаровцы. Так, бомбарда. Давай-ка мы тебя улучшим. Потому что как-то здесь очень опасно все это дело у нас. Наемников вызовем. Пускай сдерживают помаленьку. Ох, как тяжело. Но терпимо, пока терпимо, ребята. Так, еще вызываем. Жалко, нету какого-то массового такого удара у моего главного героя. Просто бьет. Ну что же, тут справились, отлично. Так, я вот не знаю, только может быть нам еще улучшить наших наемников. Или же лучше... Давайте лучник. О, полетели, полетели. Черт подери, а у меня все плохо.
Надо вот здесь ставить. И по ходу дела это было зря. Вот здесь практически они сейчас будут пролетать без проблем. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, давай, магичка, ну бомби, отлично, здесь справились. Так, если что, я, ребят, метеорит уже подготовил на атаку. Пока все, фу, нам повезло. Будет урок на будущее, что нужно побольше стрелков ставить. То есть я имею в виду лучников и магов. И я думаю даже, что вот где-то здесь было бы неплохо, да, еще лучников поставить. Ах ты, темные лучники идут. Сейчас будут стрелять. Так, иди сюда. Будешь у меня охранять подходы. А мы в этот момент вот здесь вот выставим наемников, чтобы они немножко их с панталоги сбили. Сбили, называется. Даже пикнуть не успели. Тогда вот так вот сделаем. Да, это будет оптимальный вариант, ребята. Вот такая вот у нас оборона получится. Живой щит. Пока они будут с ними расправляться, мои башни будут их расстреливать. Я думаю, что это оптимальный вариант. Кто у нас тут? Вульфы и варги. Понятно. Это вот отсюда сейчас побегут. Ай-яй-яй. Ну ладно, вульфы-то как-нибудь победим. А вот варги... Вот они бегут. Единственное, хорошо, что их не так много. Так, давайте-ка подкрепление вызовем. Я сказал подкрепление. Так, мага улучшаем. Отлично, все, денег вообще на нуле. И у нас идут тролли и три чемпиона. Оу. Ладно, не будем отчаиваться. Тут, я как понимаю, никакой нету помощи у нас. Да, и спасибо, ребят, вам за подсказки. Помните, да, предыдущая серия у нас был Йети ледяной. Мне ребята написали, что его нужно было фаерболами, оказывается, размораживать. Если бы я это знал раньше. Так, чемпионы, ё-моё. Почему так идут, знаете, как себе домой, ё-моё, на пикник. Спокойненько, вольготненько, но я думаю, что в конечном счете не все так будет просто и легко для них. Тут у меня еще мой персонажик стоит, я еще вот сюда вызову подкрепление. Ах ты, они же с топорами. Так, магичка, давай бомби. Бомбарду пока не могу улучшить, к сожалению. Вот-вот-вот, то, что нужно. Колбасим, колбасим их по-быренькому. Так, уже следующая волна, ребята, подоспела. И тут у нас идут темные рыцари. Темные рыцари идут. Так. Надо будет что-то улучшать. Давайте, наверное, вот эту вот бомбардочку улучшим. Чувствую, сейчас будет здесь сложновато. Сами рыцари, они очень мощные, помните его, да? И с ними не так легко справиться. Хотя вот маг разбирает их, в принципе, на ура. Ну, за счет того, что он пробивает броню. А лучники... Ох, 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 смотри-ка, смотри-ка, бегут, бегут, бегут. И лучники здесь. Не знаю, может быть, давайте один потратим. Вот так вот. Все, отлично. Денег заработали маленько. Так, вот сюда вот подкрепление поставим. Улучшим. Я боюсь, что просто полетят ненароком эти опять горгули и застанут нас врасплох. Так, темный рыцарь и темный истребитель. Заклейменные тьмой истребители выпотрошат любого, кто окажется у них на пути. Так, это, я так понимаю, он, да. Идет вот во главе своей свиты. А здесь-то кто у нас пойдет? Вульфы 20 штук, здесь тролли 9. Ладно, с ним, я думаю, мы справимся. Надо бы вот этих ребят, конечно, немножко укрепить. Так, лучники, давай-давай. Блин, а я метеорит, ребята, потратил. Вот он бы здесь как раз бы и пригодился бы. Давай, помогай, ты что стоишь-то? Стоит, прохлаждается. Ага. Но, в принципе, здесь все нормально. Ребят, мы отстоим эту волну. Но вот уже и вульфы побежали. Ты посмотри, какой этот темный потрошитель мощный. Практически убил у меня главного персонажа.
Ну, он, конечно, воскрешается потом, но и все равно в этом ничего хорошего нету. Так, нужно развивать. Нам свадьбу бомбарду, у нее будут ракеты появляться тепловые. Опачки. Вот у нас и мага мы можем улучшить. Я даже не знаю, что сделать. Давайте, наверное, ай-яй-яй. Вот так вот, посмотрим, что это у нас за маг такой. Проклинает, который врагов. Воу, кипиш, кипиш. Ну, в принципе, неплохо. А что у него здесь такое? Превращает врагов в безобидных овец. Они слабы, но не могут быть заблокированы. И призывает каменного элементаля. Он блокирует и атакует врагов. Вот. Вот этого вот, пожалуй, я вызову. О! Ха-ха. Каменный элементаль. Ну, голем, грубо говоря. Хорошо. Ждем следующую волну. Всадники на ракете? В плане всадники на ракете. Это что такое? Всадники на ракете, которые всегда следуют приказам своего повелителя. Ох ты, это у нас летающий враг. Ты чё так быстро-то, эй? Ничего себе, они ускоряются, ребят. Так, и довольно крепкие. И довольно крепкие они. Ты посмотри-ка. Что, ребята, происходит здесь? Они просто-напросто... Где моя... Ух! Не зря было куплено. Вот так вот. Все довольно печально. Если тут уже летающие чувачки на ракетах появляются, для нас это большой-большой минус. Кто здесь у нас готовится? Так, темный истребитель. Опять мощный чувачок пошел. И пока все. Это хорошо. Но опять темные стрелки. Ждем, ребята, ждем. Тут еще есть место, где расстраиваться у нас. Но мне нужны деньги совсем на другие нужды. Надо укрепляться. Так, голема можно прокачать до 3 уровня. Ох, как его быстро тут чикают. И это в основном делают все лучники. Даже не столько, сколько этот рыцарь. А ну-ка давай вот так укрепимся. Ха-ха. Мы сделаем немножко по-умному. Вот сюда их поставим. Чтобы я видел, если их пробьют, они будут идти, и я смог быстро среагировать на атаку. Ну а вот эту, конечно, мне обязательно нужно прокачать. Мы получим с вами там ракету, как я уже говорил. И, если можно так назвать, напалм. Где будет у нас вылетать кассета и... разлетаться на 3 кусочка и, соответственно, наносить урон. Так, 8 троллей и 12 троллей пойдут сейчас. Хорошо, мы будем ждать. Мы готовы, в принципе, к этому делу. Совсем немножко осталось мне. Так, идет вождь. Бледнолицый. Опачки, смотрите-ка. Давайте мы, наверное, с вами вот так вот сделаем. Пускай мои мушкетеры бомбят. А здесь уже поставим, наверное, эльфов в помощь. Смотри, они потихоньку ускоряются. Это за счет того, что вот этот вот вождь-шаман их пробафывает. Да, поэтому у них повышается и скорость, и ярость. Но это их не спасет, как вы можете понимать. А тут-то кто собирается? Зимний волк, 2 штуки, и варги. Ладно. Я метеорит, ребята, взял на всякий случай. А хотя он не понадобится. Сейчас этого шамана здесь заколбасим, смотрите. Далеко он тут не пройдет. Ну, давайте мне... О! Отлично, теперь будем делать с вами тепловуху и кассетный заряд. Давай, варги, бегите, мне нужны деньги. Ой, со всех сторон. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, что-то так много вас здесь. Вот они, белые волки, которые как-то... Что-то как-то уж больно рьяно, вам не кажется? Фу, отстояли. И кассету сразу же выучили. Вот так вот. Ну что, вроде бы вот этот пятачок я немножко укрепил себе. Кто тут у нас? Йети одна штука. А здесь тоже йети. С 3 сторон. Ну ладно.
Блин, почему ракеты не летят, а? Где ракеты? Во, полетела. Не пройдет. Вот этот Йети точно не пройдет. А вот насчет этих, да, в принципе, тоже должны здесь положить. Давайте вот сюда подкрепление. И Йети против элементаля. Схлестнулись. Кого бы мне... О, казармочку улучшим. Слушайте, а за Йети довольно неплохо денег дают. Ну-ка. Ну да, почти соточку с лишним. Я даже могу... Вот. Нет, мне, скорее всего, нужны вот эти ребята, потому что они могут стрелять по воздушным целям. Паладины, к сожалению, этого не могут, но зато они очень крепки в физухе. О, полетели ракетчики. Черт подери, надо приготовить, ребят, наверное, динамит. Ага. Да куда ты там летишь-то, эй? Ты посмотри, вот этот вот припух совсем. Ну, бомбанете? Молодцы, справились. Два динамита потратил, а? И все потому, что вот эти ребята у меня пока не могут... Да, вот, теперь смогут топоры бросать. Ну, ждем следующую волну. Вождь троллей, тролль и тролль-чемпион. Хорошо, тяжи пошли. Ох ты, ох ты, ох ты. Их нужно обязательно, ребят, в первую очередь разбомбить. Так, а здесь-то у нас, оказывается, темный истребитель вышел. Блин, с подмогой из лучников. Я, наверное, сейчас, ребята, здесь бомбану. Стоит, не стоит, не знаю. Нет, наверное, не стоит. Справятся у меня и так, ребята. Да-да-да-да, куда это вы разогнались? Долечились, собрались. Ой, зачем это сделал я? Черт, я не убрал, ребята, команду, поэтому потратил метеорит. Зачем? Ай-яй-яй, он, может быть, мне сейчас пригодится. Хотя вряд ли. Пока вроде бы ничего тут такого сложного нету. Давайте, лучники, укрепляйтесь. Так, мушкетеров нужно еще улучшить. Да тут все нужно улучшать. Чего не коснись. Так, чемпион, ты достал уже, а? Буянит здесь. Голема усилим, чтобы он был у нас покрепче. Здесь у нас опять какие-нибудь... Ах ты, Йети собираются три штуки выходить. Здесь у нас тоже Йети. В принципе, вот на этих ребятах мы сейчас с вами и заработаем денег. За Йети... Сколько там? 120, по-моему, голды дают. Давайте будем их вызывать. Я вот не знаю, стоит... Нет, наверное, все-таки я сделаю варваров. Они все-таки и в бою, и в ближнем хороши. О, прокачали ракеты. Здесь, кстати, тоже нужно прокачать все это дело. Потому что в данный момент они не будут выпускать у меня, потому что не изучены. Ну, давай, давай, иди сюда. Мы тебя ждем. Но вот этот маг, я так понял, особого урона не наносит. Он больше снижает защиту и, ну, типа, проклятие накладывает. Нет, голема мы пока не будем прокачивать. Вот что мне нужна. Ракеточка. Ты смотри, как он близко уже подошел. Опачки. Дело пахнет керосином, ребята. Как они так умудрились близко подойти? Обычно где-то вот здесь уже падали. Ага. Подкреп. Прокачиваем своих ребят. Вот, варвары, они всегда были на счету. За счет того, что у них есть берс. Ярость. Ничего себе он положил. Всех моих ребят уложил одним ударом. Я имею в виду Йети. Ракета, что ты летаешь вокруг? Давай бомби. Фух, справились. Вот этих ребят, наверное, нужно тоже мне прокачать. Давайте мы сделаем эльфов. И у нас тут Гарри. Что еще за Гарри? Кто такой Гарри, я не понял. Ах, вот про какого мне. Ч
чувачка тогда говорили, ребята, вот он, снежный йети где. Не в том уровне, а в этом, значит. Так, что такое? Кликаю. Ах, он замораживает еще. Это плохо, это печалька, ребята. Да хорош, что уже замораживает мне здесь все. Ну, вроде бы разбирается. Единственное, что вот тут... Ага, йети идут. Тут варги, тут снежные эти волки. Ай, все время забываю, что он... Да дай мне терновник-то успеть. Нет, не успею, ребят. Ох ты! Не нравится мне вот это все дело. Он замораживает строение. Давай отравление нафиг изучим. Будем травить этого гадет. Слушай, ты припарил на самом деле-то уже? Баловать-то так. На тебе сюда. Взял, съел. Молодец. Слушай, я припарился уже тут щелкать. Все замораживает. Гаденыш я такой. На тебе. Так, ракеты. Кассету надо изучить. Будем его жарить сейчас. Так, помимо этого еще, видите, йети со всех сторон прут. Они мешают, отвлекают. Основной урон идет куда-то не туда. Не нужно этого хламона валить. Но, как видите, не получается. Так, ребят, если что, у меня есть заморозка. Я не знаю, будет она действовать на снежного йети. Так, он опять тут мне все позамораживал. Да на ты, получи. Что, не понравилось тебе? Теоретный дождь. Чикаю, чикаю, чикаю. Так, 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 что же я могу сделать? Я могу заморозить. А нужно ли сейчас? Давайте попробуем. Замораживается, ребят. Причем замораживаются здесь все. Ай-яй-яй, давай-давай-давай-давай-давай. Бомбите, бомбите. Я не должен его пропустить. Взял моего героя, слопал. Все, ребят, ему хана. Смотрите. На тебе, победите Гарри. Да, было прикольно, забавно и весело. И в то же время очень-очень страшно. Ну что же, победа. Поздравляю нас, ребята. 280 гемов мы получили и продолжаем с вами. Так, у нас с вами 3 очка улучшения. Давайте мы их потратим куда-нибудь. Нет, я ничего не собираюсь продавать. Я, наоборот, буду только лишь покупать. Стрелки получают шанс нанести удвоенный урон. Увеличит урон от метеоритов на 25%, снижает время перезарядки на 10 секунд. Нет, я, пожалуй, наверное, вот лучников пока улучшу. Так, отлично. Ну что же, ребят, давайте, наверное, еще одну миссейку сейчас затащим. Но вначале я куплю. Динамит мне очень выручил. Поэтому я прикуплю маленько. И вот эта штука очень хороша, мне она понравилась. Замораживает всех врагов. Ну, давайте еще маленькую заморозочку купим. Вот так вот. И следующая миссия у нас называется «Пустоши». Вот мы и в жутких землях Варалдула. В этих пустынных землях странствуют измученные неупокоенные души. Молитесь, чтобы все это не сказалось на боевом настроении ваших солдат. Ну, опять. Только не говорите, что они у меня будут морально подавленные. Открыта новая башня. Артиллерия 4 уровня. Тесла. Стреляет молниями, поражающими наземные и летающие отряды. Хорошо. И у нас, ребята, здесь получается вот она точка. Я так понимаю, одна только будет, да? Вот здесь вот. Ну да. И две тропинки, откуда будут идти. Но вот это вот кладбище мне, честно говоря, что-то смущает. Как-то оно к дорожке прикреплено. Как бы там не было чего плохого. Ну что же, давайте вот здесь вот мы... Подожди-ка, а здесь стоит? И может быть вот здесь, наверное, лучше мы поставим бомбарду? Здесь мы поставим с вами опорный пункт. Так, иди-ка вот сюда вот. Так, вот здесь мы, наверное, поставим магов. Магов. Так, вот сюда поставим. Нет, наверное, вот сюда поставим лучников. Улучшить эту штуку нужно.
И кого же еще? Наверное, вот здесь вот надо будет еще одну бомбарду поставить. На всякий случай. Слушайте, у меня очень мало лучников. Мало ли какие-нибудь летуны пойдут. Давайте, наверное, вот здесь еще влепим. А вот здесь вот магов. Ну что же, попробуем, ребят. И кто у нас там? Налетчики, 6 штук. Ждем. Вот именно здесь бы сейчас ускорить хотя бы, чтобы они вот до сюда дошли. И можно было бы в нормальную скорость поставить. Нет же, бегут потихоньку. Такая музыка устрашающая. Ну, налетчики, вы сами знаете, сейчас для нас никаких проблем не составляет. Мы их разберем. И еще, знаете, что я заметил, ребят? Что если мы с вами ставим какое-то здание, то лучше одно здание укрепить, чем у вас будет 3 слабеньких. Куда это вы разогнались? Эй! Братюни! Так, опачки! Я так и думал, ребят, смотрите. С кладбища поперли скелеты. Единственное, хорошо, что они такие легенькие, их разбирают. И я надеюсь, за них деньги нам дают. Чтоб мы могли с вами хоть немножко заработать. Да что ж такое-то, а? Ну давай, давай, давай. Еще волна идет. Ох ты! Да куда же вы проходите-то все, а? Давай вот так вот улучшим. Пускай мои стрелки бомбят, поражают врагов. Налетчики, да, бегут? А это разбойники. Все время путаю. Налетчики, разбойники, мародеры. Тут столько врагов. Всех и не упомнишь. Да, ребят, дают за скелета, но, правда, очень мало. Всего 2 монетки. То есть большой выгоды от них мы не получим. Надо улучшать своих солдат. Мне нужно развить их до варваров, по идее. Ну, сколько там еще? Да, многовато ждать. Да что такое, волна за волной идет, а? Меня не успевают ребята тут даже расправиться с ними. Ай-яй-яй-яй-яй. Держим, держим, держим. Куда, 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 куда? Щет! Вы увидели, а? Я, ребят, не успел среагировать, а? Пробежал. Пробежал все-таки у нас один этот волк. Да. Хотелось, как говорится, в сухую пройти, но не получилось. Да что ж такое-то? Посмотри, со всех сторон бегут. Как-то вот здесь вот у меня не нравится. Оборона идет. Очень паршивенько. Так, давай подкреп. А вот и полетели летуны. О чем я вам говорил? А у меня очень все как-то кисло в этом плане. Ой-ой-ой-ой-ой, неужели пролетят? Пока нормуль. Последняя мышь. Достанешь, нет? Придется... О! Фу ты нафиг, хорошо, повезло. Да этот еще кто такой? Демоническое отродье. Кошмарное поражение ада. Взрывающееся при гибели. Вот тебе раз. Так, по-моему, этих ребят надо вот сюда где-то ставить. Стоят там, прохлаждаются. Да, надо было купить мне тот мешочек с деньгами, ребята, чтобы в начале боя начинал уже с дополнительными 500 голдами. Блин, совсем забыл, что нужно еще метательные топоры изучать. Хорош там приближаться, сейчас будет взрываться, наверное, да? Взрывается, но урона не наносит. Что ж такое-то, а? Ну-ка. Оу, щит! Пробежал, что ли? Точно, ребята, еще один охламон пробежал. Да что же это за непруха-то такая? Я не понимаю, где мой главный герой?
Ё-моё, стоит там Малик, спрятался. Дурило-то, а? Так, больше топоров. Метательные топоры нам нужны. По идее, вот двух врагов я пропустил чисто из-за глупости. Там ничего такого сложного не было. И вот эта вот панель, конечно, пока ее откроешь, выберешь, ну, как-то не айсово сделано. Я понимаю, вот выбрал сразу и применил. Ага, вот у нас топоры метательные. Ведь метательные же. Да. Опять эти летят. Ай-яй-яй. Нужно срочно улучшать лучников мне. Ну давай, немножко слаз, отлично. Хорошо, что у меня здесь варвары, они стреляются, поэтому большой плюс для нас. Сдержали. Ну, кто тут у нас следующий? Разбойники, там 15 штук, там я не знаю. Ну, отсюда только вот, смотрю, волки у нас бегут. Быстро. Быстрые, как они? Стрелы, скоробелые. Короче, бегуны, блин. Скоростные. И скелеты нервируют меня уже, честно говоря. Так. Конечно, вот где-то вот здесь, может быть, вот здесь вот, стоило бы еще поставить ребят опорный пункт, чтобы он сдерживал. И бомбарды уже пора бы улучшать-то. Потому что, смотрите, вражин-то все больше и больше и больше. И они все сильнее и сильнее. Ну, давай, я хочу улучшения, ё-моё, во. Опачки, опачки, уже совсем близко. Сейчас прокачаем, и уже будет все хорошо. Подкрепление. Да, я понимаю, что они слабенькие, но немножечко хотя бы задержат на долю секунды там определенные. А иногда здесь... А это еще что? Владыка демонов. Они ведут адские полчища, прикрывая своих прислужников огненными щитами. Сопротивление к магии у них. Ну, магов у меня не так уж и много, две башни всего лишь. Ну и лучников тоже немного, тоже две башни. Две бомбарды и один опорный пункт. Ладно, вот они идут. А там-то кто собирается? Вульф, Варк, адская гончая, владыка демонов и демоническое отродье. Это уже на следующей волне-то? Смотрите-ка, они прикрыты щитом. А это, я так понимаю, дополнительная защита идет. Ладно, хорошо. Раз они вот так вот, мы тоже будем по-плохому, ребят. Давай сюда. Бомбардочка, ну когда что у меня? Сделай что-то уже, а? Малик, я вот не понимаю, почему ты стоишь? Почему ты не идешь, не воюешь? Ты должен быть самым первым, а не где-то там сзади отсиживаться. А это что еще за скелет-рыцарь уже пошел? Ага, скелет-рыцарь, значит. Да что ж такое, адская гончая. Жуткие, злобные создания, исполняющие для своих повелителей роль охотничьих собак. Лучше не придумаешь. Кстати, башню можем улучшить. Надо будет нам, наверное, с вами ставить эльфов, наших друзей. Малик, давай быстрее сюда на прикрытие. Ух ты, эти гончие-то не совсем такие простые, как я думал. Справились, хорошо. Вот так вот мы с вами сделаем. О, лучники даже до сюда достают, отлично. Ну, в принципе, вот эти вот бесенки, это ерунда. Они легенькие, мы их разбираем. Вот с этим придется попотеть. Малик, давай вот сюда, поближе. Лучше вообще нафиг вот сюда вставай. Так, и у этого демона защита от магии. Так что моя магичка здесь бесполезна.
Ну что же, давайте, наверное, еще башню одну улучшим. На всякий случай. Так, подкрепления нет смысла, все равно они быстро исчезают, так что их лучше выставлять, когда нужно. Так, бегут. Блин, все-таки плохо, конечно, что я двух чувачков пропустил. Если бы я, например, переигрывал бы, такого бы, чем уверен, бы не произошло. Потому что я уже, по крайней мере, знаю, где, что и кто будет появляться. А когда впервые играешь, как бы немножко сложно понять, куда нужно какую башню поставить. Так, ну-ка, лучники, наверное, вам надо поставить терновник, конечно, хотелось бы. Если уж честно. Но до терновника нам... Хотя... О, вот что нам нужно влепить. Ждем, ребята, денег. Поставим с вами Теслу. Заодно и протестим, стоит он того или нет. Сейчас, как раз, наверное, на скелетиках мы и заработаем. Да. Что она? О, вот хорошо жарит. Так, раскаленный заряд. Раскаленные заряды поражают до 4 целей. Перегрев. Образует поле статических разрядов вокруг башни, нанося врагам 5-15 очков урона. Вот даже как. Слушайте, довольно неплохо. Я думаю, что будет сейчас. О, как хорошо лучники расстреливают. Ох ты, зашибись. Тесла мне нравится. Очень прикольно сделано. Просто их прошивает молниями. До 4 врагов сразу же. Вообще шикарно. Так, это у нас варги уже, да, бегут? Угу. Они самые. А ну-ка, посмотрим, что это за... Ага, вон он, электрический разрядики маленькие отбрасывает. Ха-ха, круто. Намного легче стало мне, если честно. Вот так вот. Пошло дело. Давай, маг, улучшайся. Кстати, вот этого мага нам... А, еще нужно раз проапать, потом мы сможем только ему следующее улучшение сделать. Но... Владыка демонов, отродье и гончие. Хорошо, в принципе, я готов. Вот сюда неплохо было бы поставить бомбарду прокачанную. Вот такую вот, с Тесла. Она бы жарила бы, будь здоров. И вот здесь вот. Нет, вот здесь. Как раз вот этот бы уголочек мы с вами просто бомбили бы. И пока у нас до сюда бы добрались бы, уже были бы изранены все. Так, у меня еще даже варвары-то не улучшены полностью. Но это все успеем, надеюсь, сделать. Так, подкрепление. Ага, все пока идет хорошо. Бомбим, никого не пропускаем. Еще подкреп. Чуваки там крутят шарманку. Давай-ка вот так вот сделаем. Что это у нас? Ага, до 5 целей, короче, можем атаковать уже. Классно. Ну, в принципе, которая выпускает ракеты, тоже неплохо. Там у нее и кассетный взрыв. То есть у каждой башни есть свои плюсы. Ну, конечно же, минусы. Минусы — это то, что она не может атаковать летающие цели. Я имею в виду, которые с кассетами. Но зато тепловые летят, но они так редко появляются. А вот Тесла я даже не знаю, будет ли она бомбить летающих демонов или нет. Так, ждем, ждем на подходе. Это у нас мститель, точнее истребитель темный. Со своими тут прислужниками, темными рыцарями. Так, Малик, давай вот сюда встанешь. Стреляем, стреляем. Не пройдешь, гаденыш. Не должен пройти. Так, погоди-ка, погоди-ка. По-моему, просочились гаденыши. Ну, я их, как видите, наказал. Да дайте их заморожу, надоели они уже на самом деле.
Где мой... Ага, понятно. Персонажа моего заколбасили. Давай вот так вот сделаем. И вот так полностью. Все, будем теперь, наверное, с вами заниматься уже лучниками. Сколько еще? Еще 5 волн будет. Так, отродье тут демоническое пойдет. Да, Малик, конечно, слабак. Я не думал, конечно. Может быть, если бы у него был уровень побольше, тогда да. Но он же не хочет качаться. Он все время где-то у нас позади солдат находится. Хотя, наоборот, должен быть на передовой. Давай-давай, жарим. Замечательно. Надо улучшать магов. Если здесь еще более-менее, то вот тут как-то кисловато все у нас. Ну ничего. Все еще впереди. Еще 4 волны будет. И как всегда, в последней волне будут самые коварные монстры. И причем довольно много их будет. Во. Все, вот теперь мы... Я вот не знаю, кого лучше. Давайте, наверное, вот этих вот изучим. Они все-таки и врагов могут назад отсылать. Телепортировать. Ну и молния там жарит, которая против тяжей очень даже эффективна. Нужно только 270 очков. Точнее, голды. Какие очки уже? Опа, а вот и летуны. А вот и летуны пошли у нас. Сейчас заодно и посмотрим, работает ли Тесла на них или нет. А я пока, наверное, возьму заморозку. Если что, обязательно... Да, достает, ребята. Тесла бомбит и летающие. Это хорошо, это большой плюс. Так-так-так-так-так. Варвары молодцы. Фух. Сохранили мне один посох. Так, что же я тут жду? Мне нужно вот так вот делать. И не хватает. Не хватает чуть-чуть. Вообще ни на что не хватает, ребята. Никаких прокачек не можем делать. Темный истребитель, 2 штуки. Ай-яй-яй. Ладно, здесь у меня маг уже есть. Поставим, наверное, луч смерти, да. Тесла вообще зашибись жарит. Просто вот этих вот варгов всяких разносит в хлам. Без каких-либо проблем. Давай, давай, давай мне луч. Вот так вот. Абракадабра. Да, не забывайте, что варвары еще до сих пор у меня не прокачанные. Вот только топоры. Прокачал я им и все. Вот, смотрите, как хорошо бомбит. Вот маги, это да, это вещь. Просто бесподобно. Давай вот так вот сделаем. Причем довольно хороший радиус поражения. Он даже не дойдет, я думаю. Метните не меньше 500 топоров. Достижение. Не-не-не-не, не пройдет. Вот эту бомбарду еще нужно мне улучшить, ребята. Наверное, я думаю. Так, хорошо, пошло. 2 волны еще у нас будет впереди. Так что не расслабляемся. Эти скелеты для нас уже, в принципе, шелуха. Только деньги нам дают зарабатывать. Это хорошо, это просто отлично. Ну, предпоследнее, что тут у нас? Лучники, блин, разбойники. Ну, вот этих сейчас сразу же с одного удара Теслы мы бомбанем, и все, они рассыпятся. А вот здесь вот коварные ребята идут. О, Тесла жарит. Хотя, смотрите, у меня стрелки просто расстреливают их. Замечательно. Давайте вот так вот сделаем. Хотя я хотел бомбарду улучшать. Ну, раз у нас лучники тут хорошо справляются, надо их, конечно же, укреплять. Очень меня радует Тесла, если честно. Я доволен. Так, и отравление еще лучше. Все, в принципе, как бы пятачок у меня охраняем. Да, волны, конечно, смотрите, что-то все больше и больше становится. Надо срочно улучшать вот эту вот бомбардочку. И сделаем, наверное,
Нет, наверное, все-таки Теслу сделаю я, да. Хотя нет, я сделаю вот это, ребята. У нее тепловая ракета, а она летит, вы сами знаете, по-моему, на любые расстояния. Не обязательно в поле зрения находиться. Так, чуть-чуть осталось. Ну, давай, давай, давай. Ну, поднатужились, ребята. Отлично. Теперь нужно еще 187 голды. Угу. И последняя, ребята, волна у нас. Владыка демонов, отродье. В общем, все, кто и был. Опять темный истребитель идет. Но он не дойдет, вы знаете прекрасно. Тут у меня башня стоит. Кстати, вот эту штуку надо было, да, выучить же, чтобы телепортировать врагов назад. Что-то я совсем забыл про это дело-то. Оу, просто из... просто испепелили на выстрел. Вот это круто было сейчас. Даже не пришлось с ним заморачиваться. Ага, вот и ракеты, ребята, у нас подоспели. Ну что же, теперь посмотрим, кто кого. Тесла у меня полностью как бы раскачанная. Давай вот здесь. Нет, не хватает. Да, ну тут даже шансов, по-моему, нету. Ни одного шанса у них не будет пройти. Даже вот так вот. У меня даже подкрепление стоит, отдыхает. Да, вот единственный минус вот этой вот башни, что ракета летит туда, куда ей нужно. То есть она сама по себе, бесконтрольная. Такой вираж сделала. Так, 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 идут, идут. Упыри. А если я вот так вот сделаю? Ага, шикарно. Я еще вот так выставлю здесь подкрепление. Они отравлены, идут, теряют здоровье постоянно. Да, ребята, это была последняя волна у нас. Сейчас вот только со скелетиками справимся. Ну что, по-моему, все? Или нет? Да, ребята. 3 звезды мне все-таки дали. И 304 гемов. Прикольно. Да, вот этот бой тоже был хорош, мне понравился. Так, у нас с вами 3 звезды и следующее задание, ребят. Так, а я думаю, чтобы мне улучшить. И я думаю, это будет, наверное, что-то, да, с магами связанное. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, с вами на этой ноте будем завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами уже в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что всем пока, всем удачи, до скорых новых видосиков.